Привет, наши дорогие телезрители! Привет всем, кто любит посещать самые яркие события вместе с нами. Меня зовут Маша. А меня зовут Настя, и сегодня мы находимся на Kids Fashion Show. Это новогодний сезон проекта. Будет красиво, весело и стильно. Погнали! Kids Fashion Show – это большой детский модный показ. Проекту уже, кстати, 5 лет. И каждый сезон проект удивляет зрителя все больше и больше. Новогодний сезон проекта проходит в Falcon Club Arena. Сюда приехали дизайнеры, юные модели со всей страны, чтобы показать фэшн-новинки сезона. Предлагаю получше осмотреться и познакомиться с теми, кто принял участие в Kids Fashion Show. О, Милан, привет, как дела? Нормально. Что ты здесь делаешь? Я сейчас буду выступать на Kids Fashion Show. Что тебе больше всего нравится в сегодняшнем мероприятии? Мне нравится сцена, очень хорошо выглядит, и костюмы. Расскажите, какую коллекцию вы сегодня представляете на Kids Fashion Show? Ой, мы сегодня представляем Be Yourself, будь собой. Это вторая моя коллекция, но уже более осенний-зимний период. Для того, чтобы проявить ребенку в быту свою мягкость, свободу, ну, все, чтобы было ему комфортно, эта коллекция для них. Мы из Слонима, и эта коллекция представлена финским модельным агентством и слонимским модельным агентством Be Yourself и Fashion. Как вам сегодняшняя атмосфера? Ну, я как дизайнер участвую уже не первый раз. Мне очень нравится организация, мне очень нравится, как здесь поставлена система показа как дизайнеров, так и будущих моделей. Ну, все на высшем уровне. Привет, расскажи, почему у тебя розовые волосы? Это парик. Что тебе больше всего нравится в сегодняшнем мероприятии? Как мы танцуем. А еще? Еще мне нравится, что так много народа и все нас видят. Привет, давай познакомимся. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты приехала? Меня зовут Варя, мне 6 лет, я приехала из города Гомеля. Что ты ощущаешь, когда выходишь на подиум? Я ощущаю страх и победу. На показ в Минск из Финска. Мне очень нравится эта шуба. Мне нравятся очень эти лосины, которые мне дали, и моя прическа. Давай познакомимся. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты приехала? Меня зовут Даша. Мне 8 лет, и я приехала из города Пинска. Что ты ощущаешь, когда выходишь на подиум? Немножко страха, но когда все немножко заходит на середину, то сразу страх уходит. В чем ты планируешь встречать Новый год? В каком-нибудь праздничном костюме и там где-нибудь в Тетрисе или в Минск обратно приеду. Здравствуйте, меня зовут Табулина Настя. А как вас зовут? Здравствуй, меня зовут Аня. Мы к вам приехали из города Пинска совместно с Fashion Пинск. Мы подготовили вам такую яркую, насыщенную коллекцию, чтобы этой уже зимой, холодной осенью почувствовали немножко солнечные лучики тепла, добавили немножко, разнообразили ручной работой,
И мы к вам приехали уже не в первый раз. Нам очень у вас нравится. Чудесная атмосфера, все добродушные, доброжелательные. Очень много красоты, очень много красивых и ясных детей. Здравствуйте, меня зовут Добулина Настя, а вас как зовут? Меня зовут Валерия, я руководитель модельной школы Grey Model. А расскажите про вашу модельную школу. Мы находимся в городе Гомеле и являемся постоянными участниками такого прекрасного праздника, как Kids Fashion Show. Как вам сегодняшняя атмосфера? Нравится ли все или что-нибудь поменяли? Сегодня очень шикарная атмосфера, очень праздничная, яркая, блестящая, напитана каким-то волшебством для деток и для взрослых тоже. Почему вы решили принять участие в Kids Fashion Show? Мы просто не могли пропустить такое яркое мероприятие. Самое, наверное, волшебное предновогоднее шоу, и мы просто обязаны были стать участниками. Расскажите про вашу коллекцию. Наша коллекция дизайнера Светланы Гайкович. Посмотрите, какие у нас красивые платья, блестящие, все девочки очень красивые, а коллекция называется «Шанель». Посмотрели модные новинки сезона и познакомились с интересными творческими людьми. Красивый репортаж. Вели Маша и Настя. Всем пока!